Жила однажды женщина, у которой не было детей. Отправилась она как-то раз к доброй колдунье за помощью. Женщина сказала, что мечтает о ребенке. Колдунья дала ей зернышко и велела посадить его в цветочный горшок. Женщина очень обрадовалась, поблагодарила старуху и пошла домой. Дома она посадила зернышко, полила его и стала терпеливо ждать. В скором времени в горшке вырос большой чудесный цветок, похожий на тюльпан. Когда его лепестки раскрылись, внутри оказалась крошечная девочка. Она была очень маленькая, не больше дюйма. Поэтому женщина и назвала ее Дюймовочкой. Однажды ночью, когда Дюймовочка крепко спала, на окно дома взобралась большущая жаба, мокрая и безобразная. Она схватила спящую девочку и поспешила на свое болото. Жаба решила женить своего уродливого сынка на красавице Дюймовочке. Она посадила ее посередине реки на широкий лист лилии, чтобы девочка не сбежала. Утром Дюймовочка проснулась и поняла, что она не дома, а вокруг нее вода. Когда девочка поняла, какая страшная участь ее ожидает, она горько заплакала. В этот момент мимо проплывали маленькие рыбки. Им стало жалко Дюймовочку. Они перегрызли стебель лилии, и листок поплыл по течению вместе с девочкой. Мимо пролетал крупный жук. Увидев красивую девочку, он схватил ее и унес на дерево, где представил своим знакомым. Все они завидовали ее красоте, но сказали, что Дюймовочка очень некрасивая и не может находиться в их обществе. Под давлением знакомых, жук также решил, что она безобразна, спустил девочку на землю и попрощался. Все лето Дюймовочка жила одна в лесу. Из травинок и листьев она сплела себе колыбельку. Питалась она цветочной пыльцой и росой, в ясную погоду грелась на солнышке, а от дождика скрывалась под большим листом лопуха. Но вскоре пришли холодные дожди и ветра. У Дюймовочки не было зимнего наряда, и она стала мерзнуть. Девочка страдала от голода и холода. И однажды ее приютила полевая мышь. Они славно зажили вместе, девочка помогала мыши по хозяйству, рассказывала ей сказки, а взамен получала теплое жилье и пропитание. У полевой мыши был сосед, богатый слепой крот, который тем и занимался, что все время пересчитывал свое богатство. Даже будучи слепым, крот понял, что Дюймовочка очень милая, и предложил жениться на ней. Но девочка была совсем не рада этому, ей не нравился скучный крот. Однажды, гуляя по подземным переходам, Дюймовочка увидела раненую ласточку, которая чуть не умерла от холода. Всю зиму она ухаживала за больной птичкой и к весне вылечила ее. Перед свадьбой Дюймовочка попросила мышь отпустить ее наверх полюбоваться напоследок солнышком. Когда она вылезла из мышиной норы, то увидела ласточку, которую вылечила. Дюймовочка пожаловалась птице, что ее заставляют выйти замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей. Ласточка предложила девочке улететь с ней в теплые края, и та согласилась. Она быстро попрощалась с мышью, забралась на ласточку, и они улетели. Оказавшись в чудесной стране, Дюймовочка увидела огромную поляну с прекрасными цветами. Она выбрала себе самый красивый цветок для жилья. Вдруг она увидела в цветке такого же маленького человечка, как и она, только с крылышками. Это был король эльфов. И в каждом цветке жил эльф. Прекрасный эльф никогда не видел девушки такой же маленькой, как и он сам, да еще и такой красивой. Он сразу влюбился в Дюймовочку и предложил ей стать его женой, королевой эльфов и царицей цветов. После всех своих приключений, девочка была счастлива услышать такое предложение от очаровательного принца. Она с радостью согласилась. Эльф взял Дюймовочку за руку, и в тот же миг у нее за спиной появилось два крыла. Теперь она стала королевой эльфов. И с тех пор они жили долго и счастливо. Не пробыв дома и недели, Лемюэль Гулливер отправился в очередное путешествие на корабле «Добрая надежда». Но уже через несколько дней пути судна настигли пираты. Они захватили корабль и связали весь экипаж. Гулливер попытался бежать, поэтому в наказание пираты высадили его в шлюпке на волю волн и ветров. Долго кружил Гулливер по открытому океану, пока не заметил на горизонте сушу. Он доплыл до берега и стал обследовать землю. Как вдруг огромная тень закрыла солнце. Подняв голову, изумленный Гулливер увидел большой остров, парящий в небе.
Измученный голодом и жаждой, Гулливер стал кричать, размахивая своей шляпой, в надежде, что жители острова его заметят. Тогда аборигены сжалились над Гулливером и спустили лестницы, чтобы тот мог подняться на остров. Когда Гулливер взобрался по лестницам, он обнаружил перед собой толпу очень странных местных жителей. Их головы были наклонены вправо или влево, один глаз смотрел внутрь, а другой вверх. А при каждой знатной особе стоял слуга, который похлопывал хозяина по губам или ушам, отвлекая от раздумий. Гулливеру оказали радушный прием. Его накормили во дворце и даже провели экскурсию островом. Так Гулливер понял, что Земля парит в небе за счет огромного магнита, а в основании находится гигантский алмаз. Но жизнь в летающем королевстве была скучной, поэтому Гулливер вскоре вернулся на Землю. Перед его глазами оказалась разоренная страна, где местные жители, одетые в лохмотья, голодали. Как оказалось, все в своей жизни эти люди делали наоборот. Они строили дом, начиная с крыши. Из огурцов пытались добыть солнечные лучи. А художники смешивали краску для картин вслепую. Местные ученые не понимали, зачем нужны слова в языке. Ведь всем, кто начинал спорить, они просто вырезали мозги и меняли их местами. Удивлению Гулливера не было предела, и он поспешил покинуть остров. Отправившись в соседние земли, Гулливер попал в королевство тьмы и мрака. Дрожа от страха, он продолжал свое странствие. Как вдруг из темноты показался призрак. В испуге Гулливер попытался спрятаться, но дух заметил его. Он жестом поманил путника, и Гулливеру не оставалось ничего, кроме как следовать за призраком. Очень скоро они дошли до большого замка, а Гулливера пригласили на прием к королю. Проходя по замку, Гулливер увидел сотни призраков, которые готовили ужин, убирали и охраняли покои. Оказалось, этой страной правит могущественный чародей, который может воскрешать мертвых. А все ожившие мертвецы прислуживают ему. Волшебник с почестями принял Гулливера. А для развлечения такого редкого гостя он стал оживлять любого, кого просил Гулливер. Это были великие воины, мудрецы и даже первобытные люди. Но уставший странствовать, Гулливер поблагодарил волшебника и вскоре оставил царство тьмы. Он отправился в ближайший порт, где надеялся сесть на корабль, идущий в Англию. Разгуливая по порту, Гулливер сразу же привлек к себе внимание. Иностранец в таких местах был редкостью, а потому Гулливера приняли за шпиона, схватили и срочно доставили к местному правителю. Иностранца тут же признали виновным. И в качестве наказания Гулливеру пришлось ползти по тронному залу на животе, облизывая пол на своем пути. Таков был обычай. В конце Гулливер 7 раз поклонился монарху, ударяя головой об пол. Тогда правитель задумчиво посмотрел на Гулливера, а затем помиловал его. Чудом освобожденный Гулливер выбежал из замка и отправился в ближайший порт, где сел на английское судно. Нужно сказать, что Гулливер больше никогда не возвращался в эти края.